Учение Иоанна Златоуста из послания к римлянам. Люди уподобляются Богу, тогда, когда они нисколько не чувствуют обиды от тех, которые желают вредить им, когда они не оскорбляются наносимыми им обидами, не чувствуют ударов, когда их бьют, и насмешек, когда другие смеются над ними. Но возможно ли это? Спросит кто-нибудь. Возможно. Даже весьма возможно всякий раз, как ты не скорбишь по поводу случившегося. И как возможно, спросят, не скорбеть? А я спрашиваю, как можно скорбеть? Скажи мне, если бы тебя оскорбило собственное твое дитя, то неужели ты эту обиду счел бы за действительную обиду? Неужели ты стал бы скорбеть? Нет. А если бы ты стал обижаться, то не смешон ли ты тогда будешь? Будем и мы таким же образом относиться к ближнему. И тогда не потерпим ничего неприятного, ведь обижающие другого неразумнее детей. Не будем требовать, чтобы нас не обижали. Но будем обижены, перенесем обиду великодушно, так как в этом и состоит истинная честь. Почему же так? А потому что в этом ты господин, а в том другой. Разве ты видел, чтобы пораженный адамант сам ударял? Такова, ответишь ты, его природа. Но ведь и тебе, по доброй твоей воле, возможно сделаться таковым, каков он по природе. Что же, разве ты не знаешь, что отроки не опалились в пищи, а Даниил во рве не потерпел никакого зла? И ныне это может случиться. И нас окружают львы, гнев и похоть, имеющие опасные зубы и растерзывающие всякого подвергающегося их нападению. Будь же таким, как Даниил, и не позволяй этим страстям впиваться зубами тебе в душу. Но скажешь, Даниилу во всем помогала благодать. Правда, но помогала потому, что ей предшествовала собственная его воля. Таким образом, если мы пожелаем сделаться подобными ему, то благодать и ныне готова помогать. Как ни голодны звери, они не прикоснутся к твоему ребру. Если они устыдились тогда, когда увидели тело раба, то неужели не усмирятся теперь, когда увидят члены Христовы? А таковы мы верующие. Если же не усмиряются, то, конечно, по вине вверженных. Действительно, многие доставляют этим львам обильную пищу тем, что содержат блудниц, нарушают браки, мстят врагам, поэтому и растерзываются, прежде чем достигнут дна рва. Но не то случилось с Даниилом, не то будет и с нами, если мы пожелаем, а совершится нечто большее того, что было прежде с Даниилом. Тогда львы не сделали вреда, а нам, если мы будем бодрствовать, обижающие принесут и пользу. Так Павел сделался знаменитым от оскорбителей и злоумышленников, а Иов вследствие многих болезней и ран, и Иеремия из-за грязного рва, но и вследствие потопа, Авель вследствие злоумышления, Моисей по вине жаждавших крови иудеев, так и Елисей, так и каждый из великих тех мужей, все они получили блестящие венцы не за безмятежную и роскошную жизнь, но за скорби и искушения. Потому и Христос, ведая об этом способе прославления, говорил ученикам: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иоанна 16:33. Так что же, спросят, разве не многие также пали под тяжестью зол? Пали, но не от свойства искушений, а от собственного нерадения. Но тот, кто творит и говорит, при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести, сам да поможет всем нам и да прострет руку, чтобы мы торжественно прославленные достигли вечных венцов благодатью человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, честь, держава, ныне и присно и во веки веков. Аминь.